Помогите кто-нибудь! Привет, карнозавр! Что случилось? Представляешь, дилофозавр? Там новогодний, но страшный динозавр! Представляете, друзья? Не верю. Ага, не веришь. Подумай, что тут неверилка. Но это правда. Ха. Не верю. Ха. Ну что, неверилка. Да сам ты неверилка. Там эти страшные скелеты новогодние. Ну вот я и говорю. Эх, да, а оказывается, ты прав. Ну вот, а ты что? Ладно, пошли. Ой. Вы чего тут разрушились? Я сейчас вас съем. Ага, съем. Там эти страшные скелеты, новогодние динозавры. Ха. Подумаешь, скелеты. Вам что это так страшно? Но они страшные, реально. Вот увидишь, испугаешься. Весь дух. Ага. Еще скажу, что прочь убежу. Ну да. Ха. Думаю. Подумаешь, удивил всякие сказки. Она рассказал ерунды всякой. Эй. Это не ерунда. Сам, туда взгляни, посмотри. Ха. Ну, пойду. Все равно я этих ваших не увижу. Ну что, доказал? Ага, там эти, как ты говорил, с новогодними шапками, с гирляндой такой, есть стегозавр и брахиозавр, у него венок. И они скелеты белые, может, от зимы, потому что снег. Вы чего тут расшумелись? Сейчас я вас убью. Вот, видите, какие у меня эти, как их? Когти длинные. Ну, резинозавр, ну хватит хвастаться. Да я не хвастаюсь. Я могу тебя, между прочим, убить. И что? Я знаю. Ой, что это там было? Вместе всегда. Что ты запела? Какая-то песня. Ой, еще. Ну, вы, ребят, наверное, это не слышите. Эй, ну больно же. Да, вообще-то, динозавр, нельзя их обижать, моих друзей, ну, моего друга карнозавра. Что, нельзя? Да ну тебя, дилофозавр, на. Ай. Вообще-то меня тут тоже не надо бить, а то буду стреляться на тебя. А я тебя проткну. Мама моего друга, проткнешь? Нельзя, а я укушу тебя. Ха, у меня вообще-то тоже зубы есть. Конечно, у всех динозавров есть. Но у травоядных, конечно. Хотите узнать науку? Нет, я скажу. Я знаю все про динозавров. А почему не я? Я велоцираптор самый умный. Правда, я велоцираптор какой-то другой породы. Ведь велоцираптор, он серый, но я тоже серый, но с пятнышками. Видите, какой я? Ведь велоцираптор, еще у него там, ну, голубая полоска. Поэтому в кино человек его называл велоцираптор Блу. Ну, что его так и зовут Блу. Уходите. Я расскажу вам. Идите. Ну, точно уходить. Да. Как больно. Ничего не вижу. Ха.
что? Не знал, что я стреляюсь? Нет, я знал. Все дилофазавры так умеют. Но аллозавры? Нет. Ребята, запомните. Дилофазавр, он с такой штучкой. Но дилофазавр, он без. А еще он не стреляется тем, что он стреляется. Вот дилофазавр, он стреляется. Иди сюда. А нет, я тебя проверю. Вам наука про дилофазавры. Повернись-ка. У него вот такой хвостик есть. Такой длинный. Он может быть любого цвета. У него острые зубы. Он стреляется просто, не знаю, как дракон одним. Не знаю, как называется, ну, чем он стреляется. Ну, вы, ребята, наверное, знаете, чем он стреляется. Ну, или как называется. Вот. Мультик «Диномания» такой есть. Это дилофазавр против этой, ну, не, там написано «Юви-раптор», но, наверное, «Ови-раптор». Но не ультразавр. Ну, ультразавр это, наверное, я придумал. Или все-таки есть. Зато есть альбертразавр. Давайте я вам скажу всяких динозавров. Велоцираптор, спинозавр, тиранозавр, дилофазавр, аллозавр, стегозавр, трицератопс, птеродактиль, птеранодон, птерозавр, брахиозавр, диплодок. Так, велоцираптор сказал. Резинозавр, карнозавр. Нет, брахиозавр говорил. Сейчас. Ребята, подождите. Ну, чуть-чуть, сейчас подумаю, чуть-чуть, не помню еще. Так, диплодок говорил. А, диметродон. Не помню. Заурофагонакс. А как, кто еще? А, индораптор, индоминус рекс. Ну, тираннозавр рекс тоже это-то. Или сокращенно его называют тирекс. Ну, или рекс. Но есть индоминус рекс. Он, да, вы знаете, что индоминус рекс? Его волшебство. А еще, не помню, как называется. Есть такой анкилозавр. Ганолия, ганилия. Не помню, как называется. Но на букву Г. Анкилозавр такой. А, о, да, анкилозавр даже есть. Динозавр. Гамалия или нет? Ну, ничего. Ничего страшного. Диномания есть. Так, ну какие еще? Не помню, там арифагонакс или... Не помню, нет, не фагонакс. Не помню, короче. Это такой динозавр, он умеет летать. У него перья есть. Ну-ка, короче, сами узнаете. Ихтиозавр, мозазавр, шинозавр. Их так, их плезиозавр, лохмозавр. Ну ладно. Вот. Индоминус рекс знает, что он умеет. Он такой белого цвета. Такой белого-белого цвета. Он как почти как тираннозавр, но другого. Другой. Вот. Он белый, и знаете, что он умеет? Он умеет. Это. Вот, ну, он белый. Если его кусают, то у него там царапины. Вот. Он умеет просто стать невидимкой. Ну, его не видят. Но если его укусят, его не успеют, то... Ну, то он не успеет в невидимку превращаться. И он потом превращается, то его будет видно вафу. Вафу, там царапины. Вот. Ну-ка, сейчас, ребятка, подождите. То там эти... Ладно, выходите. Хватит там сидеть. Давайте я с ними расправлюсь. А хорошо, но мы... О, кстати, еще одна наука. У динозавров есть мозг. Все ученые и люди думали, что динозавры не настолько умные. Но теперь они знают, что динозавры умные. Вот у хищников динозавры острые зубы. Такие большие, острые есть и маленькие. Но... А у травоядных...
них зубы, ну, такие почти как у людей, квадратные, маленькие-маленькие. Травоядные питаются травой, плотоядные мясом, ну, это хищники, плотоядные их называют. Давай, короче, ладно, да, давай расправлюсь. Вы идите, идите. Конечно, у нас зубы есть, но боюсь. Потом еще расправимся. Давайте. Эй, вы не трусите, подходите. Что ты там сказал? Какой ты довольно страшный. Привет, друзья! Смотрите, у нас есть новогодние шапочки, мы скелеты. Смотрите, у меня есть гирлянды. А у меня венок зато. Давай, расправимся. А, мой хвост! Все, не бойтесь, они убежали. Убегаем отсюда, короче. Ну вот, их, его убили. Зато его есть можно.